Итак, она звалась Татьяной, но сидеть молча у окна, как в романе Пушкина, у нашей героини Татьяны Флёриной нет ни времени, ни желания. Каждое утро она приходит в хирургическое отделение и непременно с улыбкой на лице, которую сейчас скрывает медицинская маска, но вот блеск в глазах не скрыть. Татьяна считает себя очень счастливым человеком, потому что занимается любимым делом – спасает жизни. Если театр начинается с вешалки, то успех любой операции с медсестры. Именно она готовит пациента, операционную, и является буквально правой рукой врача. Наверное, все-таки как компоненты два составляющих, да, и партнер, и помощник, потому что без операционной медсестры не будет благоприятного исхода и самой операции. Она где-то и подскажет, и поможет, и где-то правильно там направит, где-то эмоционально поддержит. Поэтому это прям основное звено цепочки. В стенах клиник Татьяна Флёрина уже 7-й год. Еще на первом курсе колледжа определилась с отделением хирургия. Часто мне говорили и преподаватели, что для девушки лучше взять педиатрию или терапию. Здесь очень бывает много интересных, сложных случаев. Скажем так, я люблю сложности. Слишком простое отделение – это не для меня. Сегодня вторник, экстренный день. Сегодня будут поступать пациенты экстренные и, возможно, будут экстренные операции. Случается так, что в первые моменты, в первые часы рабочего дня заходишь в операционную, так до самого конца дня, бывает, что иногда пропускаешь обед, потому что операций действительно много. 15 февраля операционные медсестры по всему миру принимают поздравления. Профессиональный праздник утвердили Европейской ассоциацией операционных медицинских сестер в 2009 году. А сама должность появилась в 1891, когда хирургам стало понятно, чтобы провести качественную процедуру, невозможно обойтись без ассистента. В операционной у медиков на счету каждая секунда, потому медсестра должна понимать врача без слов, по одному лишь взгляду и чуть уловимому жесту, к примеру, какой инструмент понадобится в следующую секунду. Такая работа не для нежных барышень, однако Татьяна, несмотря на свою внешнюю хрупкость, обладает внутренней стойкостью. Вот уже 7 лет ежедневно медсестра несет груз ответственности, приходит на помощь хирургам и остается на страже здоровья своих пациентов. Мария Левина, Николай Епифанов. События.